включаемся, едем. Начну с... Продолжаю. Может быть, это прозвучит нескромно, но мне действительно кажется, что равных нам нет. Нам нельзя здесь допускать ошибку. Скажите, пожалуйста, как представитель Министерства здравоохранения? Дальше все очень просто. Тут главное движение вперед. Сейчас будет достаточно любопытный разговор. Есть плохие гипнотизеры и есть хорошие. А мой гипноз срабатывает на 7 человеках из 10. Friends, look how I hypnotize Paul. Врач. Ну, должен улыбаться. Человек, в принципе, склонен к вере в миф. Самое главное не что есть, а когда есть. И тут еще одна есть психологическая у нас проблема. Что вы порекомендуете для предотвращения выгорания? Слышать и слушать друг друга. Мы в голове выстраиваем трехмерную картину. И у нас только лучшие спикеры, только самые интересные гости. Снято.